Привет, друзья, меня зовут Александр Жучкин. Вот уже больше года я прокачиваю и пытаюсь изменить лучшую сторону жизнь людей. Получается это у меня или нет, конечно, судить уже вам, но что я понял за время существования проекта «Жизнь на прокачку», что если человек сам не захочет, никакая прокачка ему не поможет. Я не могу не поделиться с вами этой информацией, потому что если я сейчас не расскажу и не поговорю с вами, я просто-напросто не смогу двигаться дальше. Для тех, кто помнит, ну или для тех, кто не знает, у меня была серия роликов, где я всячески пытался помочь Андрею, который весит 220 килограмм. В одном из выпусков я взял на себя большую ответственность, я создал фонд помощи Андрею, я подключил своего друга Сергея Одесского, который не остался в стороне и купил много дорогой одежды для Андрея. Я договорился с клиникой, которая разрешила нам проводить съемки и обследования, договорился с диетологом, и что самое главное, я попросил помощи у вас. Все началось с того, что мы не сдали один важный анализ, и я попросил Андрея оперативно сдать его в клинике, которая находится рядом с домом. Стоимость этого анализа не превышала 300 рублей, и, в общем, сейчас вы видите всю нашу переписку с Андреем у себя на экране. Короче, как я понял, Андрей нашел работу, и ему стало наплевать на то, что он обещал. В конце он даже перестал отвечать на сообщения и брать трубку. Я хочу извиниться перед вами и сказать, что я вас обманул. Я хотел помочь человеку, но человек не хотел помочь сам себе. Андрей, если ты смотришь это видео, позвони мне и объясни свое поведение. Я хочу извиниться перед каждым из вас, простите, что подвел. Я не хочу, чтобы вы винили в этом Андрея. Проблема только во мне. Я не знаю, смогу ли я дальше продолжать свой проект «Жизнь и прокачку», но, возможно, я возьму какую-то паузу. Потому что эта ситуация меня немножко, конечно, выбила из колеи. Thank you.